Оззи Тигр, которого вот сегодня мы в буквальном смысле слова охраняли, вот с ним тяжело. С ним тяжело почему? Потому что он хороший, здоровый, самый крупный, хороший, здоровый, адекватный парень, но, простите меня, такой очкодав. Вот я даже слова другого подобрать не могу. И три тигра, которые бойцами у нас являются, уже несколько раз на него нападали, и каждый раз он им не давал сдачи. Они его по-настоящему зачмурили, они по-настоящему его, ну так вот, одели на него мысленно футболку «чмо». Если бы вот сейчас наш ассистент Василий, старший дрессировщик, не стоял бы рядом, ну, раза три или четыре на него кто-нибудь побежал бы 100%. Уже с целью убить.